для виолончели и рояля. Первое сочинение «Ария Клонис», посвящение Сергею Васильевичу Рахманинову. Второе произведение называется «Послание Моцарту», «Послание Шутка». И здесь я должна сказать, что Моцарт не очень любил вот этот замечательный инструмент виолончели. Он не посвятил ему ни одно произведение крупное и как-то так не любил его. И поэтому здесь использована эта именно шутка, такой иронический взгляд на инструмент, певучий невероятно. И здесь я применил некоторые такие приемы, особые приемы, такие как, например, сурпандичелло, это и здесь звучит, кроме общеизвестных пиццикато и игра арка, здесь вот такие приемы, они дают некоторое ворчливое, рыдящее такое звучание виолончели, необычное. То есть это такой юмористический взгляд на этот инструмент, на его возможности. И третье произведение в этом цикле называется «Романтическое послание чешскому композитору Антонину Дворжаку». Исполняет заслуженный артист России, профессор.